Друзья, добрый день. Я в гостях у нашей славной медвежьей семьи. Вон уже мамочка вышла из берлоги. Конечно, сразу надо попить. Много посетителей бегает вокруг, но мало кто из них еще знает, что у нас маленькие медвежатки. О. Привет, привет, моя славненькая. Где твои детки? Где твои детки? Давай, приводи сюда. Мы на них посмотрим, порадуемся вместе с тобой. Где наши маленькие красавцы? О. Моя славненькая, красивая медведица. Смотрите, какая она большая. Я каждый раз подчеркиваю это. Ох, какая морда. Ох, и мордочка. Красивая медвежья мордашечка. Ну что, еще угощенница? Давай. Давай. Вот так. Красивая медведица. Где наши малыши? Какая голова. Красавец. Чавкает. Давай, выноси деток, пока солнышко. Мы на них посмотрим. О, слышу, уже пищат. Зовут мамочку свою. Воу, воу, да. О. Ух, ух, да. Чувствует, что у меня еще есть какие-то вкусняшечки. Для тебя принес, моя ты славная. Сладющие финики. Красавица. Так что, друзья, буду здесь ждать, когда наша медведица вынесет малышей. Ух, да, ух. А потом приклею это видео и все вам покажу. Ох, какая пасть. Друзья, добрый день. Я в гостях у наших медведей. Мы-то недавно вышли на прогулочку. Уже провел я даже прямой эфир, спонтанный, но тем не менее он был. Была пробная попытка. И вот, смотрите, наши малыши, медвежата и мамочка нежится на солнышке. Конечно, не самую удачную позу для нас с вами, друзья, заняла мамочка. Но зато сразу на месте кормит малышей. Еще пока материнским молоком, но скоро уже малыши начнут самостоятельно принимать пищу. Любую другую, овощи, мясо, медвежата. Вот смотрите, медведица играет с малышом. Отсюда не очень хорошо видно.
Но я вижу, что она прям вон с лапками и с малышком. Опа! Села. Смотрите, медведица садится на попу. И медленно. Где же мои малыши? Давай, показывай. Вон, видите, ухо, голова. Опять спрятался. Вот он. Вот он, этот маленький медвежонок. Так, иди сюда. Все, мамочка его к себе на ручки. И второго туда же. Так, быстро на руки. Ух, огромная медведица. Так, друзья, ну попробуем сверху чуть-чуть. Толком ничего не изменилось. Она их кормит. О. Даночка, разворачивайся в другую сторону. Вот я смотрю, как малыш присосался, это видно. Вон он. Конечно, у них сейчас обеденный перерыв. Опа! Давай, 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 давай. Смотрите, друзья, какие пируэты вытворяет медведица, чтобы накормить своих детенышей. Мать героиня просто. Мне нравятся комментарии людей, которые рядом. Девушка комментирует, что они как мотор тарахтят. Два маленьких насосика работают. Даночка. Ой, какая медведица. Опа. Тянет, смотрите, зубками. Опа! Там что-то невероятное, друзья, происходит у медведицы на животе. Оп! О! А! Ах, какая красота! Ох ты, о! Вот, смотрите, она всем нам с вами показывает этого малыша. Вон, смотрите. Это просто невероятно, друзья. Вот
смотрите, на задних лапках держит. Ну, потрясающе просто. Просто потрясающе. Ой, смотрите. Мама балуется с малышами. Рядом нас тут окружили пеликаны снова. Конечно, они знают, что сейчас здесь, около вольера с медведями, больше всего бывает посетителей. Поэтому они здесь и знают, что к ним максимум посетителей зайдет. Ух ты! Ох! Веселая игра тут у медведей. Оп. Опа, а вон и второй появился медвежонок. Ой, смотрите, на руках, как говорится, малыш. Мамочка. Красавица. Ух. Не знаю, у меня эмоции зашкаливают. Вот. Кормление прошло. Малыши остались тут вдвоем. И будут, каждый топает куда хочет. Вот, смотрите. Знакомьтесь с папой, общайтесь. О, еще и медведь получил по морде. Непонятно за что, но... Волнуется медведица, прячет малышей под себя. Да, чтоб они там грелись, кушали. Так что видите, друзья, этот процесс. О, уже малыши между собой. Он воюет. Папе. Нет, мимо. Отвлекающий маневр. Медведица их держит около себя. Оп. Да-да-да. Обнимаем. Обнимаем малышей. Игры у медведицы и медвежат продолжаются. Борьба.
Друзья, смотрите, медвежонок пробрался через прутья решеточки сюда, к нам, поближе. Говорит, я хочу к вам попозировать, я маленький медвежонок. Очень-очень классно. Вон второй медвежонок ползает там. Дана, где же мамочка? Кто будет греть малышей? Картина чудесная, друзья. Это просто обалдеть. Оп, второй тоже хочет сюда пролезть. Малыши сбегают от мамочки. Все. Сейчас домой. Мамочка быстро всех протянет. Вон они, смотрите, малыши между собой возмущаются. Опа! Все, все быстро к маме. Ну, малышам нужно расти, исследовать мир, знакомиться с окружающим миром. И пока у них еще есть вот такая возможность, и они могут пролазить через прутья, конечно же, они должны ее использовать. Потому что буквально через некоторое время они вырастут настолько, что не смогут протиснуть даже голову. А медведица, конечно, хорошая мамочка. Все их оберегает. О. Очень много посетителей собралось здесь, около вольера, с медведицей и медвежатами. Я уже говорил, тут сегодня и в ближайшее время это будет центр событий. Все с удовольствием посетители ходят посмотреть на эту прекрасную семью. Смотрите, друзья, не могу пройти, но покажу отсюда. Папа-медведь сел медитировать, и люди его фотографируют и снимают. Малыши уже воюют между собой понемножку. Детские игры. Воу, воу. Опа. Иди сюда, иди сюда. Вот, смотрите, он уже пытается бегать. Давай, давай. Здесь уже протоптана дорожка, мы знаем, что можно пройти через прутья. О, бабах! Ох уж эти малыши медвежата. Макнул лапку водичку. Проходи сюда, заходи. Oh,
попадешь. Медведица за всем следит. Никакой воды без ее ведома. Малыши рядышком с мамой. Никуда она их не пускает. Надолго одних не оставляет. Воспитывает малышей, как говорит ей сама мать природа. Ну куда ты побежал? Куда? Малыши, конечно, это потрясающие животные. Вон они, маленькие, славненькие. Прыг, бык, мык. И сейчас шмык в решеточку. И все. О, кто-то там бежит с горы. Конечно. И тут интересней. Тут новые голоса, новые звуки. Мамочка вон ушла в берлогу. Наверное, сейчас будет оттуда подстилку выносить соломенную и здесь стелить. Мы уже это проходили с вами, друзья, недавно. Опа! Вот так бегает медвежонок. Бабах! Чан с водой. Ох уж эти детки. Даночка! Иди малышей своих забирай. Ух, какие детки интересные. Кто тут еще ходит? Кто тут бегает? Мама вышла из берлоги. Все проверила, перинку поправила. Опа. Потрясающе. О, видите, как бегают маленькие медвежатки. Оп, оп. Давай, беги, беги, беги. Друзья, я желаю всем хорошего дня, приятного просмотра. Приезжайте в гости в зоопарк «Сказка». Пока!